Добрый день! В этом видеоролике мы познакомим вас с системой BPM Online Real Estate и расскажем об основных разделах, процессах и настройках в приложении Real Estate. Задачи, решаемые в BPM Online Real Estate, представлены несколькими функциональными блоками – лидами, продажами, объектами и листингами. В BPM Online реализована единая точка приема заявок от клиентов, где пользователь может фиксировать потребности клиентов с учетом желаемых клиентам параметров объектов недвижимости. На основе зафиксированной в лиде потребности клиента в разделе «Лиды» реализован подбор листингов. А также существует возможность создать продажу из лида в один клик, чтобы быстро переходить от подбора объекта недвижимости к сделке. Раздел «Продажи» в BPM Online позволяет сопровождать процесс продажи по всем видам операций с объектами недвижимости – от сдачи в аренду до покупки объекта, фиксируя полную историю работы по каждой продаже и комиссию, которую получает агент. В разделе предусмотрена возможность подобрать листинги по конкретной продаже, выставить коммерческое предложение, запланировать проведение показов объектов недвижимости. В BPM Online реализована возможность указать детальные характеристики объектов с помощью гибкого механизма, настраиваемых пользователем параметров, разместить фотографии объектов. Пользователь может просмотреть и отредактировать местоположение объектов на карте, зафиксировать информацию о владельцах недвижимости и вести документацию по объектам. Разделы «Объекты» и «Листинги» позволяют вести единую базу объектов недвижимости и фиксировать информацию о ценовых предложениях по объектам. Используя встроенную интеграцию с агрегатором zipal.ru, пользователь может публиковать листинги на сайтах недвижимости непосредственно из системы. В BPM Online Real Estate процесс работы с клиентом, покупателем, арендатором является ключевым. Процесс состоит из основных этапов. Регистрация лида. Привязка лида к клиенту, контакту, контрагенту. Подбор листингов из лида. Регистрация продажи из лида. Регистрация показов объектов недвижимости из продажи. Формирование коммерческого предложения. Завершается процесс работы с клиентами после подписания договора купли-продажи обеими сторонами. Таким образом, система BPM Online Real Estate является универсальным инструментом для автоматизации риэлторского бизнеса от появления потребности до завершения сделки купли-продажи.